Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Fallout 4. Твою налево. Обязательно именно сейчас кончились патроны. Да блин, ты можешь бегать, а? Ну, интер. Блин, Е принять. Так, отлично. Вроде бы раздуплились. Так, все. Блин, почему он у меня не бегает? А, вот, теперь он... Капслок у меня был нажат, вот в чем прикол. Так, все, ребят, я прошел, как бы, так скажем, это место сложное. Теперь я снова буду отжиматься при смерти, вот с этого момента, да, сейчас я сохранюсь. И все, то есть сложное место мы прошли. Кстати, мне вот в ту сторону почему-то указывает это, но дрались мы здесь. Отлично. Так, еще такой момент. У меня ап. У меня ап. Ап уровня. Пишут, что перевес. Да нет, вроде бы перевеса нет. Так, а что я, кстати, хотел еще себе взять? А, я хотел взять одинокого странника. Вот. На 15% меньше урона, максимально переносимый вес увеличивается на 50. А что, кстати, на следующем уровне? На 100. И просто вы наносите на 25% больше урона. Ладно, давайте примем одинокого странника. Вот, потому как псина меня задолбала. Честно вам хочу сказать. Ух ты, короткий боевой карабин. А что у меня по перевесу? Что у меня вообще по весу? У меня 220 из 300. То есть у меня все... Блин, а тут еще эти райдеры. Тут еще эти райдеры. Так. Ну что-то они сюда не выходят почему-то. Граната. Нормально. Еще граната. Дайте-ка я сохранюсь. Блин. Вот то, что они гранатами так активно кидаются, меня это реально напрягает. Твою мать, граната две! Охренеть! Да идите в жопу! С такими гранатами. Вот. Идите лесом просто. Граната! 2, 3, 4, блин, да охренеть! Вы это видели, ребята? Не, вы это видели? Это вообще как проходить? Гранаты! Я еще и горю. Так, ну давайте что-нибудь захаваем. Помощь, что у меня тут есть? Запеченный дутень, о, нормально. У них они что, бесконечные, что ли? Псина, ты меня задолбала. Гранаты! Не, ну с ума сойти! Это просто жестко. О, отбивные собачатины. Нормальная тема. Говорят, вкусно. Это просто жесть какая. Гранату он не кинул? Нет, гранату он не кинул. Так. Одного сняли райдера. Рейдера. Твою мать, перезарядочка не вовремя.
Граната, блин, твою мать, поздно увидел, сучачка. И четко в меня, придется отжиматься. Так, ну ладно, сейчас пусть загрузится. Я отбегу. А, ну я и так сохранялся теперь, когда отбегал, все нормально. Фух, так, отжался, присел. А, кстати говоря, что прикольно, на стриме предложили вместо приседаний, начиная со следующих смертей, делать 15 раз скручиваний на пресс. Мне идея показалась интересной, так что теперь, знаете, я не приседаю, а делаю скручивание на пресс. А куда все райдеры-то подевались? Они были здесь, а сейчас их там нет. Блин, псина. Так, отлично. Залутали. Слушайте, ну на самом деле мне даже сюда не надо идти. Так что я как бы отсюда свалю. Вот, нету и нету. И так лута достаточно взяли. Нам вообще вот туда надо идти по квесту. Кстати, а что за квест у меня висит? Позолоченный кузнечик. Найти позолоченного кузнечика. Вот нормальный квест. Сохранимся, правда. Ух ты, ёх ты. Какая псинка. Твою мать, тут супермутанты. Так, сохранимся еще. Там супермутанты, ребята. Офигеть. Я чувствую, сейчас мне опять придется жимануть мальца. Хотя это вроде обычный супер мьютант. Есть, готов. Блин, они ракетами? Ты ракетами? Он ракетами шмалял. Супермутант-разведчик. Вон он там ходит. С ума сойти. Нет, ты ракетами, пожалуйста, не шмаляй. Патрон, бутылка Молотова. А, вон он идет. Сейчас мы его вот такими вот. Блин, что-то эта хрень бежит недобро. Это был какой-то супермутант Камикадзе. Я прям как почувствовал. Не просто так она бежит ко мне. Резво. Вот. Так оно и оказалось. Так. Нормально мы ему сняли хп. Вот зараза, убегает. Ля, а противники на самом деле себя хорошо ведут в Фоллэче. Можно сказать, даже в каком-то смысле идеально. Во, хедшотик ему прописали. Так, опасность все равно висит. Типа вот там... А, вон он стоит, да, вижу. А чего он там садит? Ну, я думаю, с такого расстояния он в меня не попадет. А я в него попаду. Так, отлично. Супермутантов расстреляли.
Надо менять пушку, потому что на пистолетике осталось уже мало патрончиков. Мясо гончей. Так, ну мы сейчас, короче, это самое. Мы сейчас все тут залутаем. Кексы. Картофельные чипсы. Все это я залутаю. Так, что тут еще? Что у нас по весу вообще с инвентарем? Как все дела обстоят? Практически фул. Я думаю, когда я облутаю этих... Когда я облутаю супермутантов, всех, которых мы убили, у нас вес будет нормальный. Так, давайте пока посмотрим по оружию, что у нас есть. Ну, боевой нож, конечно, понятно. Автомат шашлыка имеется. На него 600 патронов есть, но урон слабый. Гангста-шашлык 400 патронов, ну тоже. Вот на гладкоствольный пистолет, но это такие же патроны, как и на автомат идут. Вот. Дрын. Ну, дрын это фигня. Гладкоствольный, ля, скорострельность 83, а сколько у автомата? 127. То есть можно вот этот пистолет на самом деле взять. Вот, 13 урона. А сколько у меня на... А, вот на пекаль шашлыка. А, ну это я сейчас с ним схожу. Вот, тактический какой-то там дробовик. О, урон 50. И патронов 100. Вот можно дробовик взять. А на энергошлык еще мало патронов. Хотя тут тоже 122 патрона. Не, пофиг, давайте автомат шашлыка возьмем. Он, конечно, слабоватый, но... Ой, не то нажал, но нормально. Конечно, он слабоват, но какой есть. Вот, зато на него 600 патронов имеется. Вот как раз перегруз. Псина. Эй. Псина, давай-ка мы с тобой обменяемся. Так, меня интересует этот самый хлам. Да, я тебе, соответственно, хлам весь сейчас скину. Хлама у нас довольно много. Он весит... Ну, весит он, кстати, немного. Вот, но нормально. А чё у супермутантов? Ядерный материал какой-то. Так. Я ж так понимаю, все, тут на меня сейчас никто не выскочит, да? Потому что если бы кто-то хотел выскочить, он бы уже выскочил. Патрон, мясо, охотничий карабин. Патрон, охотничий карабин. Так, они шли откуда-то отсюда. Тут вот лестница имеется, да? Собачья миска. Кстати, а еще вот в этих... В... Да, вот видите. У вас слишком большой вес. Так, псина. Hey. Давай, иди сюда. Ну, быстрее ты можешь идти. Так, обмен. Сейчас мы псине тогда скинем, ну, например, оружие. А, оружие, оно ну, весит, короче. Много. Это еще попрошу заметить, я сейчас хожу со спутником. Когда я буду ходить без спутника, у меня переносимый вес будет больше. Ну, конечно, со спутником все равно собака, она может таскать... Как бы больше, но... Что поделать? Так, мы вот тут вот жахнули, да? Тоже патроны всякие. Супермутант. А где? Еще, наверное, наверху тут что-то ж есть. Вон, крышка, винт, мед. Мед. Так, вот патрончики. Вот, еще сигнальная ракета. Во! Вот тут он всяких ништячков пособирать. Ништяки это хорошо. Ништяки это здорово. Так, ну и я так понимаю, мы засветили это место, да, в которое нам как бы надо. Ёк-макарёк. Меня не заметили? Нет. Все. Там он еще супермутанты. Короче, мы засветили вот это место. То есть мы теперь сюда сможем вернуться быстрым перемещением. Так, всякие там ништяки в этих в кусках мяса, крышечки. О, райдер. Смотрите, одежка.
Крышка, патроны. Так. Все, ништяк. Этого мы лутанули. Все, мы лутанули. Так. А вон катушка какая-то силового реле. Тут он тоже патрончики. Ну, просто пройду повнимательней, чтобы ничего не пропустить. Ну или пропустить по минимуму. Так, все, здорово. Давайте теперь это самое смотреть. Значит, у нас квест, ну вот как раз Фанер Холл, да, на этого позолоченного кузнечика. Пойдемте сгоняем в наш основной вот санкчуари. В наш основной этот. В наше основное как бы поселение. Вот. Текс. Сейчас... Пишут на стриме, не забудь продать свои модификации, они не разбираются, а место занимают. Честно говоря, не знал. Не знал ты мне. Ты меня просветил. Так, псина. Давай-ка мы с тобой этот самый, ну... Да, псина, обмен. Так, взять все. Да, я действительно хочу взять все. Я понимаю, что я перегрузен. Но я сейчас в мастерской хочу скинуть весь хлам. Вот так куда ни шло. Так, теперь оружейный верстак. 10-миллиметровый пистолет. Сталь болт. Ну, давайте болт возьмем. Боевой нож на что разбирается? Только на сталь. Гладкоствольный пистолет. Не будем на сталь разбирать. Этот на дерево не будем. Вот, пружина, болт и сталь. Вот это нормальная тема. Это мы разберем. Сталь, болт, медь тоже разберем. Короткий боевой карабин. Блин, а сколько урона? У него 33 урона, на него 400 патронов. Слушайте. И патрон 0,45. А мне есть чем стрелять? 0,38. Точнее, не 0,40. Вот на карабин есть 0.38, 308. И вот на этот, кстати говоря, ну вот этот вот фигня. Болт, медь. Так, дробовик, болт. Ладно, разберу. Охотничий карабин. 37 урона, дальность 215. О, хороший охотничий карабин. Слушайте, неплохой. Правда, скорострельность всего 3. Но зато он... Ну ладно, мне он пока тоже не сильно нравится. Опа! Пусковая установка! Ха, вот это я оставлю, ребята. Тактический какой-то там боевой. На что разбирается? Разбирается на дофига... Ой! Разбирается на дофига всего. Интересно, а энергошлык на что разбирается? А его нельзя разобрать. Так. Сталь, пружина, алюминий. Все этот самый. Так, ладно, давайте разберем. Пусковая установка, она будет... Короткий гладкоствольный карабин. Ну, тоже его разберем. Че, болты лишние, что ли? Вот короткий боевой карабин я, пожалуй. Ну, вот дрыны. Так, все это я оставлю. Хорошо. Так, и что у меня сейчас по весу? По весу у меня, естественно, все стало намного легче. Can it wait? Так, а вот теперь верстак для брони. А ну-ка, давайте-ка мы посмотрим. Одежда. Вот. Ну, платье нам, конечно, ничем не поможет. Жесткая броня. Так. Вот, броня для этой руки. Лучше сопротивление урону. Оденем. Так, металлическая броня для левой ноги. Сопротивление такое. Но нам пока энергией по нам особо не стреляют. Так что я пока одену, пожалуй, металлическую броню. Так, тут по минусам все. Обручальные очки сварщика. Панталоны.
Ну, противогаз нам антирадиация, но радиация нам как-то особо не этот самый, ничего. Не этот, не дает. Так. О, а вот это вот хорошая, укрепленная металлическая. Так, замечательно. Так, 3, а там 7, да? Тут тоже не вариант. Чистый серый костюм. Тут от этого. Так, все, хорошо, сделали. Теперь, что у нас на верстаке? На что разбирается? Резина, пробка, ну, хорошо. Сталь, кость, кожа. Текстиль. Вот просто кожа не буду. Просто кожа не буду. Просто кожа. Вот тут стекловолокно какое-то. Это нам все пригодится. Просто сталь не буду. Просто сталь не буду. Вот тут всякого нормально. Тут тоже болт пластмасса. Болт пластмасса. Так. А чё в такого, в этой хитроумной броне такого прям хорошего, я не пойму. А, то, что она ловкость и восприятие. Да, это лажа. Разобрать нельзя, я ее лучше продам. Вот. Так. Давайте сохранимся. Давайте сохранимся. Так, теперь этот самый, еще мастерская. Давайте сохраним теперь весь хлам. Все, отлично. С хламом мы тут прям этот. Давайте поспать ляжем. Сколько у нас сейчас? Час ночи, да, я так понимаю. Ну, там 10 часов поспим, нормально будет. Вот. И все, пожалуй. Я на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.